Ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня я разбираю песню, как всегда, своей любимой цветочной подружки Алены Швец. На самом деле, я не планировала разбирать в ближайшее время эту песню. Но вы очень многие почему-то писали: «Дарья, разбери песню, аккорд». Я такая: «Окей». Поэтому сегодня я, как всегда, разбираю Алену Швец, песня «Аккорд» на укулеле. Но если ты так же, как я, обожаешь песни Алены Швец, то у меня специально для тебя плейлист на канале разборов ее песен. Обязательно посмотри. Ну а перед началом этого ролика хочу напомнить, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, потому что половина пути уже пройдена. Спасибо вам огромное, осталось еще ровно половина. Поэтому давай договоримся. Если я тебе сейчас действительно научу играть эту песню, то обязательно подписывайся на мой канал. Тем более там супер крутые теоретически полезные видосы выходят касаемо укулеле. Вообще прям вах! А сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот как она будет выглядеть. Нам жить, вопя вокруг, война, музыки — это последний аккорд. Лови минор, 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 музыки — это последний аккорд. Лови минор, минор, минор. Погнали учиться играть! Песня, на самом деле, как всегда, супер простая. Ну, тут есть, конечно, аккорд барре. Если вы до сих пор не умеете играть барре, то у меня есть целый видос на канале. Обязательно его посмотри, потом возвращайся сюда. Но если тебя интересует смысл строчки «лови минор, 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 минор», то у меня на канале есть целое видео, посвящено минору и мажору. Также вот ссылка по сейчас появилась. Посмотри чуть позже. Но сейчас мы давай разберем аккорды этой песни. По сути, тут 5 аккордов. Немножечко разные в припеве и куплете. Ну, там чуть-чуть меняется. Ну, давай, погнали. Первый аккорд, который тебе нужно выучить, аккорд B-бемоль. Тут у нас уже барешка, про которую я тебе говорила, напоминала. И как сыграть этот аккорд? Все очень просто. Зажимаем баре на первом ладу. Потом берем третью струну, зажимаем на втором ладу. И четвертую струну на третьем ладу. Трунь. Далее у нас аккорд фа. Мы зажимаем вторую струну на первом ладу и четвертую струну на втором ладу. Далее у нас идет аккорд А, по-другому ля. Мы просто оставляем четвертую струну на втором ладу также стоять, а вторую струну меняем на третью также на первом ладу. То есть вот фа, вот ля. И четвертый аккорд, аккорд ДМ. Мы зажимаем вторую струну на первом ладу, а четвертую и третью струну на втором ладу. То есть вот тут такая связка интересных аккордов. Вот фа, вот а и вот дм. То есть тут все очень близко. Не нужно как-то вот так вот что-то делать и пытаться зажать. Нет, все. И пятый аккорд, который у нас играется в куплете, аккорд С. Мы зажимаем всего лишь первую струну на третьем ладу. И готово. Давай прогоним эти аккорды. Бемоль, фа, а, дм. Ну вот еще там есть С. По аккордам все понятно. Теперь, как же играть у нас припев-вступление? Все очень просто. Мы будем щипать все струны. Ну, не нужно выдергивать, напоминаю. Просто будем щипать 4, 3, 2, 1 все вместе. И можем как бы оставить такой звук. А можем сделать глушение, как в оригинале. То есть я играю в начале грифа, и тут все очень просто. То есть, и получается вот такой вот характерный стук. Не знаю, как по мне, но звучит очень круто. Так вот, вот этот рисунок мы будем
один аккорд, и получается... Теперь соединим это все со словами. И получается. Нам жить два дня, вокруг война, музыкет последний аккорд. Лови минор, минор, минор. Музыкет последний аккорд. Лови минор, минор, минор. Теперь в куплете у нас добавляется с вами бой. Бой наш любимый шестерочка, по-другому вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Ну а на аккорд D, E, M и C мы его поделим на две части. То есть на первую D, E мы будем играть вниз, вниз, а на C доигрываем вверх, вверх, вниз, вниз. Получается вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Давай сейчас покажу с пением, и ты все поймешь. Наверное, время пришло расставаться. Не нужно бояться. И целятся пули, летают ракеты. И головы детям поте. Огромные дяди. На последний «Меня кто-то любит» можете сыграть просто «брынь», чтобы вам было удобно потом переходить на тот же припев, который мы выучили с такой штукой. Но вот этот припев после куплета мы немножечко видоизменяем. На слова музыки «Это последний аккорд» мы будем играть тот бой, который только что выучили. То есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Давай я покажу, как это будет выглядеть. Нам жить два дня вокруг война. Далее припев, который мы играем после куплета. Со слов музыки «Это последний аккорд» мы будем играть тот же самый бой, который выучили. То есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Но при этом мы его делим на два аккорда. То есть на первый аккорд у нас будет играться вниз, вниз. На второй вверх, вверх, вниз, вниз. Затем опять вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Еще раз. То есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх, вверх, вниз, 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 вверх, вверх, вниз, 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 вверх, вверх, вниз, вниз. Теперь давай соединим этот припев полностью. Нам жить два дня вокруг война. Куплет играется точно так же, как мы сейчас выучили. И, в принципе, вся песня готова. Если был полезен этот разбор, конечно же, поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разбирать. Ну, а также напоминаю, что все мои труды и старания ты можешь поддерживать своей подпиской на Бусти. Вот, например, эти ребята подписались на меня и получают крутые, клевые, невероятные, бомбезные ништяки и весь раздаточный материал там. Ну, а я напоминаю, что меня зовут Дарья. Увидимся в новом видео. Пока!